Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 30. Выполните действие. Давайте запишем смешанные числа в виде неправильных дроби сначала. Итак, 6,6 – это 72 одиннадцатых. Надо умножить на 3 четвертых, разделить на 2,2 пятых, а это 12 пятых, и умножить на 2,1 пятую, а это 11 пятых. А теперь, используя правило умножения и деления обыкновенных дробей, запишем все под одной чертой. Итак, 72 одиннадцатых умножить на 3 четвертых, разделить деление заменяем умножением, переворачиваем вторую дробь, то есть умножать будем на 5 двенадцатых и умножить на 11 пятых. И посмотрим, что здесь можно сократить. Итак, можно сократить 5 и 5. И 11, и 11. Соответственно, в числителе и в знаменателе на этих местах будут по единице. Можно сократить 72 и 4 на 4. В знаменателе будет 1, в числителе 18. Можно сократить 3 и 12 на 3. В числителе будет 1, в знаменателе будет 4. У нас получилась дробь 18 четвертых, которую можно сократить на 2, будет 9 вторых, и выделить целую часть, так как это неправильная дробь, будет 4,1 вторая. Б. И опять запишем смешанные числа в виде неправильных дробей. Итак, 9 разделить. 6,1 четвертая – это 25 четвертых. Умножить 2,1 вторая – это 5 вторых. И разделить на 3 пятых. И опять, используя правило умножения и деления дробей, запишем под одной чертой. Итак, равно 9 первых или 9 разделить на 25 четвертых, это значит умножить на 4 двадцать пятых. Умножить на 5 вторых, разделить на 3 пятых, это значит умножить на 5 третьих. Равно. Можно сократить 9 и 3 на 3. В числителе будет 3, в знаменателе 1. 4 и 2 на 2. В числителе будет 2, в знаменателе 1. И у нас осталось в числителе 5 умножить на 5, а в знаменателе 25. 5 умножить на 5 будет 25 в числителе, и в знаменателе 25. Можно сократить на 25 и в числителе, и в знаменателе будет по единице. У нас получилось 6 первых, а это равно 6. В. Итак, 9,1 третья – это 28 третьих. Больше смешанных чисел нету, поэтому записываем все под одной чертой. Итак, 28 третьих делим на 7 восьмых или умножаем на 8 седьмых. Умножить на 9 шестнадцатых. Разделить на 14 двадцать седьмых, значит умножить на 27 четырнадцатых. Теперь смотрим, что можно сократить. Итак, можно сократить 28
и 14. В числителе на 14 будет 2, в знаменателе 1. Можно сократить 8 и 16. В числителе на 8. В числителе будет 1, в знаменателе 2. Можно сократить 9 и 3. В числителе будет 3, в знаменателе 1. И 20. 7 остается и 7. Равно. У нас остается числители 2 умножить на 3 умножить на 27. В знаменателе 7 умножить на 2. Можно сократить 2 и 2 на 2, и в числителе, и в знаменателе будет по 1. 3 умножить на 27 будет 81. И в знаменателе 7, потому что 2 и 2 мы сократили. Неправильная дробь. Выделяем целую часть, получаем 11,4. ИГЭ. Все смешанные числа. Записываем их в виде неправильных дробей. 1,5. Это 11/6. Разделить. 2,1. Это 7/3. Умножить. 3,3. Это 15/4. И умножить 4,1. Это 21/5. А теперь записываем все под одной чертой, используя правило умножения и деления дробей. Итак, 11/6 делим на 7/3, значит, умножать будем на 3/7. Умножаем на 15/4 и умножаем на 21/5. Смотрим внимательно, что здесь можно сократить. 11 сократить ни с чем нельзя. Переписываем его сразу. 3 и 6 можно сократить на 3. В числителе 1, в знаменателе 2. Можно сократить 15 и 5. В числителе будет 3, в знаменателе 1. И 21,7 можно сократить на 7. В числителе будет 3, в знаменателе 1. Еще у нас в знаменателе остается 4. Итак, получаем 11 в числителе, 3 и 3, в знаменателе 2 и 4. Переписываем. 11 умножить на 3 умножить на 3. Множитель 1 можно не писать. И 2 умножить на 4. Сократить ничего нельзя. Получаем 99/8. Это неправильная дробь. Выделяем целую часть и получаем 12,3. Мы сделали номер 30. Используя правила умножения и деления обыкновенных дробей. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.